Им не больше 15, но они уже показывают достойные результаты. Для достижения спортивных высот необходимы регулярные тренировки. На уроках физкультуры школьники отрабатывали упражнения. Каждый из участников соревнований «Шиповка юных» старался принести своей команде как можно больше очков, а также стать лучшим в своей категории. Я хочу сдать на самые лучшие результаты, и у меня это получится. Арина Агафонова в прошлом году на «Шиповке юных» заняла второе место. В этот раз школьница поставила себе цель стать чемпионкой соревнований. Весь турнир Арина шла впереди своих сверстниц, но на дистанции 600 метров буквально перед финишем девушку обогнала соперница. В итоге Арина вновь стала второй. Мне было очень трудно бежать, не хватало сил. Это я когда думала, то, что я прибегу первой, и когда уже подбегала к старту, получилось так, что я немножко ушла назад, а моя соперница ушла вперед. Забеги на 60, 500, 600 метров, прыжки в длину, метание мячей. Соревнования «Шиповка юных» призваны приобщить школьников к здоровому образу жизни и выявить талантливых юных ребят. В этом году лучшие результаты спортсменов пойдут в зачет нормативов комплекса ГТО. Решили интегрировать ГТО в нашу спартакиаду, немножко вот этот первый опыт, как пойдет, посмотрим. Всем участникам соревнований вручили памятные дипломы, а победителям турнира – подарочные сертификаты. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.